сегодня я попытаюсь как-то заказать еду из KFC в 3 часа ночи. Это жесть, он стоит посреди дороги, это жесть, как стрёмно. Это все стрёмно, посмотрите, что это. О, черт, вот на этом месте, господи, нет. Черт, твори, про меня спасают Кионы, если про вы не поверите, сегодня просто жешающее видео. Потому что сегодня я попытаюсь как-то заказать еду из KFC в 3 часа ночи. С учетом того, что оно работает до 11, это будет просто лютая жесть, панда. И также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет. Да, бандиты, вам не послышалось, KFC реально работает до 11 вечера. Но я же хочу заказать еду в 3 часа ночи. И у меня даже есть на этот случай специальный план. Я закажу еду ровно в 11 вечера в самом дальнем отделении Киева в Троещине. Чтобы с Троещины добраться до меня, нужно потратить целых 2 часа. Думаю, доставщик еды это будет достаточно. И ровно час ночи он будет около моего подъезда. После чего я еще ему укажу неверный адрес, чтобы немного побегал здесь. И уже без 15-3 часа ночи я ему скажу настоящий адрес. После чего он поднимется на мой этаж к моей квартире и доставит мне еду прямо в 3 часа ночи, панда. И так получится, что мы заказали еду из KFC ровно в 3 часа ночи. Думаю, это будет просто лютая жесть, панда. Думаю, будет интересно увидеть. Эй, бро, давайте так. 10 тысяч лайков на это видео, и я отправляюсь в KFC в 3 часа ночи. И каким-то образом покупаю там еду. Только за 10 тысяч лайков я отправлюсь в KFC. Эй, бро, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme Панде. Ведь придет время, Supreme Панда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про тебя уже не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, и тогда ты будешь самой сильной банди на ютубе. А тем временем, бада, мы заказываем еду из KFC еще в 3 часа ночи. Погнали! Окей, бандиты, вы просто в это не поверите, уже 3 часа ночи, доставщик еды все еще здесь катался. Просто гляньте, бада, 3:01, доставщик еды уже поднимается на мой этаж. И уже секунды на секунду должен быть здесь. Слышала. Ой, господи, он уже здесь, я думаю, он очень на меня слится. Тем не менее, я оставлю ему нормальные чаевые. Давайте же посмотрим, что там. Окей, бада, скорее посмотрим. Ой. Эй, погоди. Черт, посмотрите. Кажется, это наша еда. Ты видела это? Да, видела. О, господи, он просто оставил еду, куда-то убежал. Да. Что это вообще такое? Черт. Окей, вроде бы это настоящая еда из KFC. Посмотрите, лого KFC. Если честно, банда, я этого не понимаю. Он даже не взял сумму за эту еду. Что вообще происходит? Возможно, он просто все забыл, пока здесь есть. Может, он просто обиделся. Но он даже не взял деньги за эту еду, которую привез. Он же уйдет сам в минус. О, господи, банда, явно происходит что-то странное. Мне уже это вообще не нравится. Возможно, банда легенда реально правдивая, что в 3 часа ночи лучше не заказывать еду из KFC. Тем не менее, банда, еда у нас есть. Но что в этом пакете? Давайте скорее посмотрим это. Окей, банда, вроде бы обычная еда из KFC, пока что ничего примечательного. Давайте же посмотрим. Помню, с Макдональдсом тоже было все обычно, но что потом было, это просто жесть. Окей, банда, я заказал баскеты среднего размера. Просто посмотрите, они здесь реально есть. И вроде бы все нормальные, видите это? И еще я заказал один бургер из KFC. Давайте посмотрим, если все нормально. С баскетами вроде бы все хорошо, но все ли хорошо с бургером, как с баскетами? О, черт, ты видишь это? Да. Господи, его кто-то уже погрыз. Смотри, его кто-то ел. О, черт, а что если это доставщик еды? Господи, что он вообще наделал? Теперь понятно, почему он не взял деньги за еду. Потому что он наполовину его сам съел. Это вообще отвратительно, черт. Даже не хочу на это смотреть. Это просто жесть, бада, мне все еще в это не верится. Мы реально заказали еду в 3 часа ночи. Что, вернулся за деньгами или что? Так, идем, только тихо, Настя, не говори ничего, просто снимай с подтяжка. Да, хорошо. Черт, ну что, реально вернулся за этими деньгами? Окей, пойди, ты не знаю, как вы, но я не собираюсь ему отдавать деньги за то, что он мне принес. Он мне принес нагрыженный бургер, и он, скорее всего, что сам съел. Тем не менее, бада, давайте откроем дверь и посмотрим, как же выглядит этот доставщик еды. Так, открываю. О, черт, бада, вы это видите, господи, нет! Я держу его, черт, ну что происходит, кто это? О, господи, Настя, ты это видишь? Да, о, черт, это вообще такое было? Это явно не похоже на доставщика еды, банда. Погодите, это же был он! Это был он с этой упаковки, Настя, ты помнишь? Черт, это просто жесть, он реально был там. Его белая борода, его белые волосы, его очки, пан, это был реально он. Это просто жесть. Теперь понятно, почему не можно покупать KFC в 3 часа ночи, потому что приходит этот чувак, тот, который сделал KFC. Это жесть, пан, я в шоке, никогда раньше такого не видел. А, господи, что делает Настя? Я не знаю. А что, если он все еще там, пан, черт, это просто жесть, давайте тихо выглянем. А, господи, окей. Он ушел, вы это видели? Это просто жесть, бада, мне в это не верится. Он реально сюда пришел, Настя, что делать? Я не знаю, надеюсь, он не вернется. Я тоже надеюсь, но бада, что если он будет нас преследовать, что тогда будет? Господи, только не это. Господи, бада, что это вообще может быть? Эй, стой, это он, тупый, бада, посмотрите. Бада, блин, откуда я ее открой? О, черт. Настя, здесь закрыто! О, господи, есть, получилось, где он? Супрепон, он пропал, ты видишь это? О, господи, черт, посмотри, что это? О, господи, он оставил это и ушел, ты видишь это? Да.
О, черт, это вообще такое супербомба, вы это видите? Это какое-то мясо, вы видите это? Это то же самое мясо, что у нас лежит там. О, черт, зачем это вообще здесь осталось, да еще на этой упаковке, черт. Это просто жесть, полный не знаю, что вообще происходит. Мы реально купили в 3 часа ночи в KFC. И кто пришел этот чувак, который был на упаковке KFC? Просто посмотрите, что он нам оставил. Это жесть, будет реально в шоке, черт. Я даже не знаю, что делать в таком случае, банда. Господи, супербомба, это просто жесть. Я думаю, вы тоже теперь на 100% уверены, что это был этот чувак с этой упаковки. Ведь вы же сами его только что увидели. Тем не менее, банда там решали вот эти вот штуки. Одна из этих штук, видите? С этих наггетсов или как они там называются. Тем не менее, банда, я думаю, что нужно попробовать бургер. Хоть его здесь уже нету половины. Я думаю, что все-таки нужно его укусить с этой стороны, где он не был укушен. Окей, банда, нужно его все-таки попробовать. Вы готовы? Черт! Сереж, что там? Черт, это просто жесть, там было что-то острое. О, блин, здесь кровь! О, господи, оно мне все ясно просто порвало, черт! О, господи, это просто жесть, бандиты! Жесть, вот у меня реально там идут кровь, я прям ее чувствую, черт, посмотрите! Здесь реально куча крови, я выплюну! Это просто жесть, банда! Я не знаю, что было в этом бургере, но оно реально мне порезало ясно, мне просто шла кровь! Черт, даже не хочу больше пробовать, господи, это ужасно! Мне кажется, что в этом бургере были осколки стекла! Но зачем было такое дело, тем более, что половина его уже была съедена! Это просто жесть! Господи, это же он, вы это видите, черт, что он делает? Это просто жесть, вы это видите, банда, это реально он куда он ушел? О, черт, господи, посмотрите, он куда-то уходит, нет, стой, что происходит, почему он убегает? Черт, супербомба, куда он убегает, посмотрите, что происходит, почему он меня убегает, что это такое? Черт, что происходит, эй, куда ты, стой, иди сюда, это просто жесть, банда, гляньте, он куда-то постоянно уходит, что происходит? Черт, супербомба, нужно скорее идти за ним, ты это видела, Настя? Да, я видела. Черт, ты просто жесть, почему он меня постоянно убегает, я не понимаю этого, супербомба, Настя, что происходит? О, господи, я хочу просто все это выбросить, я не хочу уже играть в его игру. Она очень ужасна, может меня просто запросто убить. Мы не знаем, что от него ожидать, Боб, особенно в 3 часа ночи. Нужно просто все это выбросить, Боб, не если готовить, черт. Этот бургер, все это просто нужно выбросить, тут банда. Окей, скорее идем. Я просто все это выброшу вам дом, прямо сейчас же, Боб, надеюсь, вы готовы. Черт, господи, посмотрите! Господи, Настя, ты его видишь? Да, вижу! Просто жесть, он стоит посреди дороги, это жесть, как стрёмно! Черт, как он так быстро туда дошел, он же был только в нашей квартире! Да! Это просто жесть, супербомба, я реально в шоке, что вообще происходит? Как он здесь появился, как он там оказался так быстро? Черт, что происходит, я не знаю, посмотрите, там просто эти машины! О, господи, что происходит, супербомба? Господи, Настя, что делать? Я не знаю, мне очень страшно! Черт, нужно все это просто выбросить! Где он? Его там нету, Настя, ты видишь? Он же был там! А черт, он просто пропал, Настя, ты это видишь? Господи, это жесть, супербомба, что происходит? Он просто куда-то пропал, и не знаю, где он! Он снова телепортируется, что происходит, банда? О, господи, нужно что придумать, Настя, скорее бежим туда, нужно его найти! Да, пошли! А черт, это просто жесть, супербомба, я реально в шоке, что происходит, скорее! Это просто жесть, супербомба, я реально в шоке, Настя, ты готова? Да, готова! Черт, нужно его реально уже пойти найти, банда, мне реально интересно, кто это? Почему он за нами бегает, и как он телепортируется по всему дому? Да. Это просто жесть, супербомба, ты реально очень интересно узнать, идем скорее. Окей, Настя, идем скорее, только тихо. Че, что здесь вообще происходит? Мне реально стрёмно. А, господи, окей, вы с вами, блин, скорее, банда. Че, это все стрёмно, посмотрите, что это? Вы это видите, это же эти крылышки, что они здесь делают? Почему они в этом лифте? Это просто жесть. Да посмотрите на это, что это? Я в шоке, здесь какая-то коробка с KFC, что она здесь делает в лифте? Это просто жесть, гляньте, здесь есть эта крылышка. Здесь что-то написано, здесь написано I kill you, бан, это написано кровью. О, черт, вы это видите? Это просто жесть, банда, что происходит? Откуда он знает, где мы? Господи, как у него оставил в этом лифте? Просто посмотрите, здесь реально написано I kill you с этими крылышками, вы это видите? Это просто жесть, как ужасно, банда, Настя, что происходит? Я не знаю. Это реально стрёмно, супербанда, мне уже от этого всего не по себе. О, господи, окей, мы приехали. О, господи, нет, стой, пожалуйста, отстань, черт, мне это не смешно, черт. О, господи, Настя, нет, черт, вырывайся, Настя. Это просто жесть, только не это, Настя, вырывайся, отпусти. О, господи, супербанда, это просто жесть, он просто украл Настю, вы это видели? О, господи, мне страшно, банда, что происходит? О, господи, банда, я не мог ничего сделать, не просто очень быстро уехали на лифте, не знаю, что делать. Это просто жесть, банда, вот стоит мое KFC, там было реально в лифте другое KFC. Их даже здесь нигде не видно, вы это видите, черт, банда, не знаю, что делать. Этот дед с KFC просто украл нас, я не знаю, что делать, банда, это просто жесть. Господи, черт возьми, что происходит, мне реально сегодня по себе, надеюсь, Настя вернется, банда, я просто не знаю, что делать мне без Насти. Она просто пропала, банда, что делать, я без понятия. Окей, бандиты, тем не менее, мне нужно срочно что-то придумать, чтобы спасти Настю. Просто я не знаю, как ее вернуть, но мне нужно срочно что-то придумать. Мне нужно как-то сражаться с этим дедом. Из KFC. Тем временем, банда, вот комнаты из-за прошлого видео. Господи, какие они шикарные, просто лишь комментарии. И просто, а если вдруг ты хочешь посмотреть еще видео, всего чем нужно, да, опуститься ниже. Нажать свой лайк, колокольчик и все, вроде же, ну, а видео. Лайк, колокольчик, комменты в новом видео, бандиты. Про подписаться на мой канал, чтобы оставить мою супер банду. А также про 10 тысяч лайков, я отправляюсь в KFC. И, возможно, именно там я спасу нас. Я очень на это надеюсь, супер банда. Эй, бро.
пропомни одну, оставайся такой шикарный. Пока! Thank you.